Всем привет, и мы продолжим играть Among the Sleep Continue Story. Продолжить историю. Так, да, это было. Помню. Are you all right? Да, все отлично. Все со мной отлично, только... Это ты меня спрашиваешь? Я сам без понятия, куда мы попали. Игровой домик? Постойте, это моя игрушка? Иди сюда, Мишка. Одному мне туда. Я хочу посмотреть, что там, почему я такой маленький. Давай, залазь. Все, там его и оставим. А, блин, он сможет же отпереть дверь. Так, что тут у нас? Кроватка, на которой не поспишь. Снова кто-то поет. Песня от этой двери. А, я лечу. Может, туда лампочку поставить? Ага. У нас же была эта штука, я о ней и забыл. Которую мы сможем поставить и... Сначала дверь, да? И... Надо еще... Я думаю, надо еще три такие, чтобы открыть ее. Это кнопка. Это все. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. Может, мы можем найти больше вот этих воспоминаний. Да пропусти меня. But don't worry, I'll do my best to keep you safe. Pick me up whenever you're ready to go. Я готов, всегда готов. Цветочки прикольные. Это что у нас такое? А, это сова. Даже две. Снова куда-то мы полетели. Так. Мишка на мне, по-моему. Блин, почему здесь всюду эти кубики? Я надеюсь, что воспоминания где-то недалеко. Я тоже на это надеюсь. Так, там какое-то колесо. Можно на него прыгнуть. Но я думаю, не стоит.
А тут, кстати, прикольно. Какие-то цветки прикольные. Шахта такая, трубы. В стимпанк стиле. Тут снова сова, которая светится. Так. Один вопрос. Вот эта штука мешала. Теперь у меня есть сова. Карусель, карусель, ай-ла-ла-ла-ла-ла. Надо сматывать отсюда. Что это? Нужно на этот мост. Но звуки тут не очень хорошие. Ну, хотя как будто тут игровая площадка какая-то. О, круто! У-у-у-у. Блин, а говорили, это страшная игра. Пока она веселая. Еще одна сова. Так. Могу я там что-то... Я хочу копать. Ну ладно, ничего не получилось. Так, о, этим мы можем выстрелить. Окей, мне надо собрать еще 4. Чтоб я смог туда спокойно подняться. Если честно, то мне не очень хочется ходить по этой штуке. Выбрал я не самое крутое место. Так, ну зато пройдем здесь и будем знать, что здесь ничего нету. Долбаные ветки. Так. Здесь чисто. Так. О! What the fuck? Что происходит? Что за фигня это была? Окей. Нам нужно быть осторожными. Это дверь? Мячик. Блин, здесь столько дорог, я не знаю, куда идти. Тут ничего нету. Вот тут мы можем пролезть. Тут какой-то лабиринт у нас. Не хочется мне туда спускаться. Тут точно ничего нету. Мама сова. О. Рисуночек. Давай я поживу тебе. Я и могу. А, что? Что такое? Ну ладно, придется прыгнуть и посмотреть, что там. Мне это не очень хочется делать. Обнимашки, стедди, дают нам свет. Конечно, с моей матерью все окей, это всего лишь
Как мне достать? А, понятно. О, она появилась откуда-то или она там и была? О, классная голова. А, ну уже. Круто, мы вышли откуда-то. Так, две. Еще, по-моему, две надо найти. Такие совы. Так, это значит, мы туда пошли. Теперь пойдем сюда. Вау. Как достать? Ага, там камень. Как этот камень сбросить? Так, надо смотреть наверх. Нужно. Нужно вот это. Блин, колесо он может таскать, а камень не мог. Вот это да. Странный какой-то малыш. Колесо довольно-таки тяжелое. Так, еще одну, по-моему. Бежим отсюда. Давайте на четыре колеса. Тьфу, четыре ноги. Четыре ноги. В общем, так быстрее. У-у-у. Весело же. Так, куда я пришел? Вау, 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 тормози. Постой. Отсюда я пришел? Эй, сова. Как мне ее взять? Я могу? О, да. Постойте, а что тут? А, тут просто лавочка. И все? Окей. Поехали. Карусель, карусель. Та-та-та, та-та-та. Звуки здесь, конечно, замечательные. Так, четыре. Что это? Что это? Там кто-то ходит. Да? Или нет, я не знаю, я отсюда просто сматываю. Мне наверх, я сейчас отсюда уйду. И забудем про это место. Так, что-то здесь сохранение, что-то это не хорошо. Так. Вот так. О, замечательно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я надеюсь, самое плохое уже позади. Но, наверное, так и хотят, чтобы я думал. А самое интересное у нас впереди. Нет, зачем я сюда пошел? Кто это ж или что это такое? Зачем здесь велосипед? Вот одного я не пойму. Какого фига тут делает твой велосипед? Так, идем в воспоминания. Побежали. Then one more time, but that's it.
Еще один раз. На это все. А, это она говорила про то, что здесь я катался. Еще один разок и все. Так. И черепашки-ниндзя. Так, достали еще одну эту штуку. We made it back. Мы вернулись. Мы сделали это. Мы должны найти путь к безопасности. Find a way out of this mess. Ту-ту-ту-ту. Чё моя мать? Нет её здесь. She must be so worried about you. But don't be afraid. You and me will work this all out together. Это не сюда ставить? Well, you know the ropes by now. А что мне делать? Эй, Мишка, что ты делаешь? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, портал! Это мне напомнило. Мы не можем терять время. Снова я в песне. Это уже привычное дело для меня кататься в трубах. Что ж, еще два воспоминания найти. Интересно, что дальше? Что же будет дальше? О, нет. Вот такие домики, это плохо. Вот тут нас будут пугать. Там еще не так сильно пугали. Я думаю. Ту-ту-ту-ту-ту. Дерево в доме. What? Надо быть тише. Ну окей, давай тише. Деревья какие-то растут посреди дома. Что это там такое? А, это сундук. Нет, это не сундук. Ну да. Я переиграл там разные игры, где сундуки, поэтому сразу решил, что это сундук. О, пазл. Нам не хватает кусочка. О, да это кусочек пазла. Вот это. Один есть. Я случайно его заметил. Так. Что у нас тут? Это нельзя трогать. А, возможно, если я его поставлю, то какое-то из деревьев откроется. Так, а что за кусочек? Ага, он подходит сюда. О, и вправду открылась. Офигеть, магия какая. Картина движется. Живая картина. Гарри Поттер какой-то тут начался. Вау. Уже говорил, Гарри Поттер. Еще... Там, правда, проходили сквозь стены, а мы сквозь картины. Или там тоже было такое, я точно не помню, уже давно смотрел. Так. Как я попал из какого-то дома? Какой-то лес непонятный. Ауч.
Я чё, не помещаюсь? А там кто-то ходит по воде, или это мой мишка, или где он? Так, что это значит? Что это такое? Это тумбочка в дереве. Ну, круто. Да, такое бывает. Ну, чё, тумбочка... Точнее, это... Как это называется? О, мой гад. Ладно, не важно. Как это открыть? Оу! Куда я свалился? Ох, ё-моё. Прям между стула и камня. Ну да, я ж ребенок, они всегда так падают. То место... О, бульбашки. Я к ним пошел, но я боюсь умереть. Кстати, здесь можно умереть? Я еще ни разу, по-моему, не проиграл. Туда нам нельзя. Это Assassin's Creed какой-то. В детстве, блин. Там, знаете, когда вторая часть или какая начинается, там он ребенок. Вот это могли сделать в самом начале. Ну, только дом немножко поприличней. Вот. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Снова этот кубик. Вау, это... Я подумал, это черепы какие-то. Так, что у нас тут? Вот это мне не нравится. А вот этот машинка мне нравится. Пошли, поиграем. Ту-т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 у. И как мне это открыть? Да открывайся-то. Машинка, уйди, ты мешаешь. Пип. О, это еще круче машинка. Так, у нас тут сова. А, это, блин, мы уже не совы собираем. Понятно тогда. О, самолет. Мяу. Что, я бы так и делал, я бы игрался пока. Так, куда я попал? Блин. What? Что это было? Я в дерево залез. Итак. Где? А, мне сюда? У-ху! Все, теперь назад? Ну, давайте назад тогда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, кто помнит, как я сюда пришел? Мне уже написали в комментариях, что будут страшные моменты. Очень страшные. Но пока я что-то их не замечаю. Лучше назад не смотреть. Так будет спокойно. Так, очередная часть пазла. Это нижняя, правая. И еще, еще одно место. Она выпила воды. Оу, а знаете что? Мне кажется, эта тетушка, которая только что выпила воды, она будет вот здесь. Типа она в какого-то монстра превратилась, это же было очевидно. Круто, двери сами передо мной открываются.
слоник. Там нету тела, там просто ботинки. Я это сразу заметил, а? Но, по-моему, оно сначала было как-то. Так, мне надо что-то, чтоб я мог достать до этого. Да ну давай. О. Я всегда так врываюсь в эти двери, как будто мне совсем не страшно. Это нереально! Кто ты вообще такой? Вот оно там ходит, я так и знал, что это она. Ну и что делать будем? Теперь мне туда идти к ней. О, что это? Не. Непонятный рисунок. Теперь нельзя, чтоб она поймала нас. Да? Да? О, это тот колодец. Она куда-то туда ушла. Значит, мы пойдем в другую сторону. О, как мне поднять эту штуку? Блин, я в другую сторону хотел крутить, а игра мне не позволила. Там еще что-то светится. Да давай, крутись. Стой, ять. Ну, я еще что-то взял. Ключ какой-то. Думаете, стоит идти туда? Тут есть колокольчик. А, это не колокольчик. Зачем я иду за ней? А как это? О, круто. Сейчас мы узнаем ее секрет. Она же выплыла с этого колодца, можно самому попробовать. Куда она ушла? Зачем я сюда полез? Один вопрос. Зачем? Надо просто вернуться назад, было спокойно. Или там нельзя просто? Фух. Еще если меня кто-то напугает. Куда я иду? Так, я думаю, нам туда. Уходим, уходим быстрее. Что это? Я не думаю, что надо шуметь этим. Так, это мне позволит вылезти на эти бочки? Да.
Где выход? А, еще один ключ. Но уже квадратный. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Видели? Оно там ходит. Пролезем, пролезем. Я не знаю точно, куда мне идти. Я же не видел, там не, там нет уже прохода, да? Значит, нам куда-то назад. Надо найти дверь с квадратной этой, с замком квадратным. Туда нельзя, походу. Так, квадратный замок. Какая-то фигня в воду упала. Кто-то идет. Я же под столом. Уйди от меня. Фух. И куда я? Блин, я вернулся. А, серьезно? Ну, если можно вернуться, то это значит, что мне возможно даже идти туда. Но тут есть еще одна дорога куда-то сюда. Или я здесь был уже? What the fuck? Ты что, сзади меня? Я же здесь был. А, стоп, вот отсюда я пришел. Значит, вот там меня не было. Или да? Что? Я запутался. А, вот там замок. Тише. Кто-то идет. Вау, вот это крутой глюк. Да, и так нельзя делать. А, вот где эта штука. Давай, 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 быстрее, малыш. Уходим от этой фигни. Ой, это не подходит сюда. Кто это? Тедди. Ты живой? Тедди. Мы почти добрались. Почти ушли отсюда. Давай, давай, давай. Бежим. Я не знаю, там сзади страшные звуки. Поэтому я туда даже не смотрю, я просто... Давай! Уходи, уходи отсюда! Просто в панике убегаем. Сохранение — это хорошо. Сохранение — это всегда хорошо. И есть, мы принесли последнюю часть этого пазла. Почему ты всегда падаешь на 4 после этого?
О, круто. Воспоминания. Правда же, у них было все хорошо. Что это за бульбашки? What the fuck? Я думал, это конец. Тут будет еще какая-то часть воспоминаний, и я себе пойду снова назад, сохранение. Кто? Я же никого даже не вижу. О, оно идет. Давай, давай, детка. Где оно? Оно за мной идет? Ох. Ты ж... Ё-моё, пипец мне, ребят. Ах. Так, ползем, 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 ползем. Прячемся. Меня нету. Меня нету. Да ё-моё, даже смотреть нельзя. Уходим, уходим, уходим. Так, куда мне идти-то? О, замечательно, мост. Надеюсь, оно не может ходить по мосту. Стоп. Тише. О-оу. Где оно? Где ты? Я не вижу его. Это нехорошо. Та-та-ра-т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 а-
Уходим отсюда, чем быстрее, тем лучше. Какого фига здесь спальня? Не говорите, что оно идет сюда. Да ё-моё! Под кровать давай! Ха-ха! Фух. Ушло. Ушло. Так, что мне с ним сделать? А, вот там. Тан-тан-тан-тан. Что за... Это сюда. Тише, ё-моё! Все, я ухожу отсюда. Это только на следующее воспоминание. Да это моя книжка. Уходим отсюда! Больше не хочу встречаться с этой непонятной теткой, у которой замесь голове замесь волосов змеи. Или что это было? Вообще не хочется больше с ней встречаться. Да замечательно просто. Я никогда не видел ничего подобного. Вау. Так. Книжку ставим туда. Что ж,
Мы нашли три воспоминания. Я думаю, для этой серии этого достаточно. Так что я буду прощаться. Я не знаю, сколько там еще выйдет. И, наверное, еще серия одна выйдет. Найти одно воспоминание. Это не очень длинная игра, вроде как. Так что на этом все. С вами был Пират. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.